Всем привет, меня зовут Кощук Тарас, я мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию. Сегодня я вам расскажу о велорогейне. Что это такое, что вам для этого нужно и необходимый минимум. В первую очередь вам нужен велосипед. То есть велик — это основа основ. На нем вы передвигаетесь по дистанции, его вы периодически на себе таскаете, с ним вы иногда берете брод и всевозможные препятствия преодолеваете также вместе с вашим верным другом. Он должен быть надежный. То есть ключевое слово в рогейнах – это вообще надежность. Поскольку если в процессе дистанции у вас ломается велосипед или какая-то его часть, вы занимаетесь не преодолением дистанции, а ремонтом велосипеда. Это делать не нужно. Ремонт велосипеда нужно делать заранее. То есть потратьте время, почините велосипед до старта и получайте удовольствие от дистанции. Колеса. 26, 27, 29. В принципе, неважно. Если вы берете хороший велосипед, у вас будет или 27, колеса 27 дюймов или 29, других уже в принципе не бывает. Педали. На начальном этапе вы можете поставить обычные педали, но рано или поздно вы придете к контактным педалям, в которые нужно встегиваться. Это удобно, это комфортно, это эффективно, но в плане выбора обуви выбираете те контактные туфли, в которых вам будет и ходить, и крутить удобно. Это тоже важно, очень. Переключение передач. В принципе, сейчас все производители уходят на то, что у вас будет одна звезда спереди и от 10 до 12 звезд сзади. Опять же, это надежно, это комфортно, это удобно. Вот. Тормоза, естественно, гидравлические. Сейчас, по-моему, уже других особо-то и не делают. Естественно, это у вас будет велосипед с передним амортизатором. То есть у вас все это будет отлично работать, вам будет комфортно, вам будет мягко. Вот, про велосипед все понятно. Планшет. Потратьтесь, купите хороший планшет один раз, это будет ваш хороший спутник на все время. Сюда вы крепите карту, вам все будет удобно видно, будет классно смотреть информацию, легенду, то есть вы не будете тратить на это время. Это отлично. Потом, в чем ехать рогейн? Обязательное условие – это шлем. Шлем – это ваша безопасность. По правилам, вы не имеете права выходить на старт без шлема вообще. То есть шлем – это основа основ. Выбирать его просто. Одели, удобно, не мешает, не напрягает. Супер. Про шлем запомнили. Вот, обувь. Вы можете кататься как в контактных педалях, так можно и кататься в обычных педалях. Контакты полезны, хорошо, удобно, но надо выбирать их, опять же, из расчета, чтобы вам было комфортно и крутить, и бегать. Потому что бегать, к сожалению, или к счастью, вам тоже придется. Вот. Остальная одежда должна быть по погоде, вам она должна быть удобной, комфортной. Без всяких заморочек, без каких-то лишних нюансов, комфорт. То есть ключевое слово – комфорт, надежность, ничего более.